Переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, но попал под колеса автомобиля. ДТП произошло накануне на проспекте Мусы-Джалили напротив дома 96/1. 68-летний водитель внедорожника сбил подростка. Мальчика доставили в БСМП. 16-летний юноша получил ушиб поясничного отдела позвоночника. В тот же вечер медперсонал отпустил его домой. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, мужчина 1949 года рождения, управляя транспортным, проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.